Здравствуйте. Видео снимаю для канала Воколесо. Представляю резину Goodyear Arctic Ice. Размер 205 на 50 R17. Установлена на Ладу Веста SV Cross. Пробег резины где-то 5000 плюс-минус километров. Ну, плюсы. Неплохо держит дорогу. Снежные переметы проходят. Колейность. Но тут главное не увлекаться скоростью. На сухой трассе вполне можно ехать 120-130 км в час. Ну, еще к плюсу можно добавить, что резина не гудит. Не то, что там не гудит, а именно вот шумит. Но нет такого самолетного гула, как, например, от данного Vitor Ice 01. Стоял у меня на втором Мегане. Ну и что можно еще добавить? Резюме. Машину брал с установленной уже этой резиной, поэтому как бы выбирать не приходилось. По мне так, я бы выбрал резину другую. Ну, типа Goodyear Arctic 2 с более таким агрессивным протектором. Ну вот, наверное и все. Так в целом резина понравилась. Все. Всем спасибо. До свидания.